Привет, дорогие мои друзья! У нас выдались не только теплые деньки, но и удачные. Мы были в Икее, и я хочу показать стол, который я никак не могла одна разложить. Теперь мы с мужем его наконец разложили. Итак, это стол Ингаторп. Он стоит 249 евро. Размер сложенного стола 110 и разложенного 155. Смотрится он очень хорошо, как в небольшой кухне. Вот мы видим небольшая кухонка. Также и столовой, как у нас. Хотя у нас места не очень много. Высота у него обычная, 91, очень крепкая ножка. Собирается очень просто и выглядит вот так. Здесь можно посадить до 10 человек. Ну, минимум 6 точно можно посадить по краям по одному. И посадить также вот, да, в длину. Два с задней стороны и два спереди. А Да. как же он застегивается? Вот здесь есть такая планка и паз. Вот видите, паз. Она обычно уходит вовнутрь, ну и придерживает тоже стол. А застежка находится вот здесь. Рычаг с обоих сторон, который опускается и выглядит вот так, под столом, с каждой стороны. Для начала раздвигаем две части, правую и левую. А как же он собирается? Вот мой муж сейчас продемонстрирует. Пожалуйста. Тянем на себя. Так. Вкладываем одну часть вовнутрь. И вторую складываем сверху. Сдвигаем обе половинки. Прижимаем вот эту вот планку. Опускаем вниз и сдвигаем наш стол. Стол имеет вот такой один разъем, то есть две половинки вместе встречаются. Но он не мешает, когда лежит скатерть, например, на столе или клеенка, вы это не чувствуете. И, как я показала, внутри есть застежка, которая фиксирует его, чтобы он не сдвигался или не раздвигался. Так, пришлось мне снова под стол подлазить. Вот, видите? Вот сам стол. И здесь застежка. Опускаем с обоих сторон, и все, стол фиксируется. Итак, по вашей просьбе я показала наш стол. Мы накрываем клеенкой. Почему? Потому что мы здесь обедаем и режу и все, что угодно делаю, поэтому, чтобы была какая-то защита. В общем и целом стол очень удобный. За ним помещается до 6 человек тоже. Но это вплотную. А так вот вдвоем совершенно или втроем четвером совершенно свободно. Потому что он круглой формы и очень удобный. Ну и естественно подходит под наш интерьер. То есть вот так выглядит он. Ножки 4, как мы видим. Устойчивый, крепкий. На страницах интернета вы можете посмотреть больше информации. Ну или в магазине вам расскажут. Этот стол подходит под любой интерьер. И смотрится, как я сказала, уже просто шикарно. Крепкий, надежный, хороший. Да и цена подходящая. Также этот стол есть и в черном. Видите? То есть в белом и черном. Два вида. Также мы наконец купили корбы. Два маленьких, один большой. Цена маленького 7,99, размер 38 на 29 и 16. Смотрятся очень красиво как внутри, так и снаружи шкафа. Также мы видим, в таких корбах можно хранить подставки, коврики под горячее или хлебные изделия, пряники, лепешки. В большом корбе умещается тоже очень много всего, но желательно, конечно, в них хранить не тяжелое что-то. В описании сказано, что можно хранить такие ящики, коробочки на полочках в ванной. Также оно подходит для того, чтобы был влажный воздух. Также можно и в детской комнате, и в других помещениях. Что это уникальный продукт и очень красиво смотрится. Большой корп стоит 12,99 и имеет размер 38 на 29,30. Икея делает все, вот как конструктор Лего, то есть у них все подходит под все. Эти корбы подходят как в разные тумбочки, шкафы, например, как Леотор, Полихемнис. И также можно их держать снаружи, как я сказала. Итак, вот еще раз показываю вам, как они выглядят в нашей тумбе.
Вот так. И мне кажется, это современно, так легко и симпатично. Ну и удачно можно прикрыть вот эти вот полочки, которые без дверей. Сама тумба очень крепкая, конечно, надежная. И так как этот комод или sideboard называется, он очень крепкий и надежный. Мужу очень понравилось моему, и мы решили купить еще один такой же. Он стоит 279, размер у него 145 на 87 и хорошая глубина. Мы видим здесь размеры, что глубина у него, где написано тифы, 48 сантиметров, что позволяет составить пластинки вовнутрь на полки и сверху поставить целый музыкальный центр. И вот так оно смотрится. Итак, мы видим, этот угол у нас пока пустой. И вот как выглядит тумба с пластинками. Это целый музыкальный угол, целый центр. Тут на миллионы денег пластинок. Тут самые ценные пластинки. Мой муж коллекционирует, собирает и слушает разных всяких певцов. И посмотрите, вот у него даже профессиональное оборудование. Но разговор не об этом. Разговор о том, что вот наконец-то у нас появился теперь вот такой вот красивый уголок. Осталось только немножко украсить здесь, но это дело, как говорится, второе. Но пока вот так. Он стоит возле дивана. Также мы купили столик Листерби. Мы смотрели все столики, и ни один нам не подходит. Вот этот как-то больше всего понравился. Вот так он выглядит. И, ой, сейчас свет включу, что-то темно. Вот, как-то стало повеселее. Конечно, здесь не хватает еще ковра, картин на стенах. Просто вот одинокая лампа стоит. Но смотрится этот столик просто шикарно. Нам он очень понравился. Мы видим снизу такие речки, где можно положить газеты, журналы какие-то. Или, например, планшет, ну, что хотите. Мы думали, что он шоколадный, как-то смотрится на фотографии как шоколадный. На самом деле, смотрите, какой приятный цвет рыжий. Вот, муж мне подсказывает, что это орех. И подходит к дивану и к белому. Тоже хорошо. Размер у него 90 сантиметров. Конечно, по ходу, как мы будем покупать что-то еще для дома, я буду показывать вам, что мы приобретаем, как украшаем наш зал. А сейчас эхо еще пока. Итак, стол Листерби. Размер, по-моему, я сказала, да, большой, удобный. Ну, украшения потом еще тоже беленькие будут на столе. Сейчас еще ничего не придумалось, только-только привезли и сложили всю мебель, поэтому я не снимала пару дней видео. Взяли там же в Икее наволочку на подушку и подушку. Это называется Кисенбицюк Гурли. 3,99, размер 50 на 50. Такая наволочка крепкая, плотная достаточно. И сейчас я покажу, как смотрится. Подушку взяли дешевую, по 2 евро. Итак, посмотрите, как с рыжим красиво синее и с белым. Но это еще не все, конечно, комбинация тоже будет немножко другая. Но синяя подушка будет здесь всегда. Вот. Почему синяя? Потому что в шкафу у нас тоже украшения будут синие. Конечно, здесь тоже все переставится еще. Просто поставили, чтобы стояло. А так будет синяя. И я здесь вот накидала коврики. Такие натурального цвета тоже хорошо смотрятся на рыженьком. Итак, на сегодня вот все, что мы приобрели пока в Икее. А, еще ведро, вот видите, Übertopf, кашпо под пальму. Старые выкинули, сломанные. Видео в Икее я не снимала, потому что первый день, как разрешили там покупателям покупать, находиться. Все соблюдали, конечно, расстояние, многие были в масках, молодцы. Но я думала, что IKEA будет переполнена. Нет, там было совсем мало народу. Мы были в Кельне, Годорфе, Штрассе, не помню какая. Вот, и да, там не было так много народу, но я все равно не осмелилась снимать пока видео. Быстренько пробежали, купили, что нужно, и уехали.
Тут мы с мужем советуемся, ставить нам это кресло или нет, или купить уже другое, вот более современное в этом углу, потому что еще дополнительно будут пару цветов тут. Вот. Но для кресла-качалки нужно много места, тем более это, как вы видите, раритет. То есть очень старинное оно. А здесь места не так много, но можно было поставить, например, какое-то кресло, не качалку, а более удобное, компактное и подходящее, конечно, по цвету. Ну вот, во всяком случае, наверное, мы его отдадим. Пока еще думаем. Вот. Ну, в общем, как-то так. Это все, что хотели мы сегодня вам показать и рассказать. Ну, а на сегодня все, дорогие мои. Коврик, конечно, тоже тут не будет лежать. И также не будут лежать коврики на столе. Это я подготовила, приготовила. Приготовила, мы сейчас чаек будем пить. Так что, кто ест или пьет чаек, приятного аппетита и будьте здоровы, дорогие мои. В общем, поделилась, как вы и просили, нашими покупками. И до следующей встречи. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока-пока.